В Ивановской области работает федеральная группа контроля за исполнением 12 национальных проектов. Ее составят депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Объекты в программе посещения самые разные – медицинские учреждения, предприятия, дороги и объекты благоустройства. Первый на карте маршрута – мусоросортировочный завод в Иванове. Президент поставил задачу построить 200 мусороперерабатывающих предприятий к 2024 году. Регион просит не затягивать и уже начать готовить площадку. Я к чему хочу подтолкнуть? Что все равно землеотвод, его нужно делать сейчас. Если мы понимаем в 2019 году летом, что больше там, года, полутора лет, а не факт, что вы выберете земельный участок, и люди не будут согласны с этим выбором. Почему сейчас не начать эту работу делать? Работу. По какой технологии пойти – вот дилемма, над которой сейчас ломают голову все ивановские коммунальщики, а вместе с ними и губернатор. Рассматривают вариант компостирования отходов с дальнейшим выделением газа. Соответственно, в этом случае нужен земельный участок около нашего водоканала в Богданихе. И мы рассматриваем участок именно около, где есть мощности водоканала по приемке этого газа. Если другое, например, мы рассматриваем второй вариант компостирования, это в виде траншей и с закрытием соответствующих, то это в нашем видении надо делать условно на полигоне. Ревизоры призвали власть региона работать на опережение. Эффективность самого завода довольно жестко раскритиковали. Перерабатывается в разы меньше, чем отправляется на полигон. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.